я когда пришла в колледж, у нас есть электромонтаж, там обучают на это. Я смотрю, ребята собирают схемы, куда-то готовятся. Мне стало интересно, а может, я смогу? Полтора года готовилась. Там отвертку подержать, трубу как-то погнуть, лоток что-нибудь придумать, сделать. Напилить тот же самый кабель-канал, который девушки обычно-то не делают и не понимают особо как. И что это вообще реально возможно, это интересно, и они могут тоже это сделать. Новые условия продиктовали нам как бы повернуться в сторону наиболее доступных материалов. Где-то они более капризные, но вот сейчас как результат видно, что все работает, наши ребята справляются с этой задачей. Ребята работают, ну и как вот сейчас практика показывает, что-то мы потеряли, где-то мы приобрели какие-то сложности, но все они легко преодолелись, и результат нисколько не хуже, чем был раньше. Ну, спрашивали, кто хочет поучаствовать. Ну, а я не любил сидеть на парах. Ну, я тоже поднял руку. Ну, и со временем вот так вот привязались мы все. Ну, и уже было желание стать лучшим. Сложное задание, потому что это результат конца года, то есть наших тренировок, нашей подготовки. Стресс берет на собой верх, и надо справляться с ним. Это 10-й юбилейный чемпионат. Мы собираемся привезти 7-ю золотую медаль. Победы. Хочется запуститься, посмотреть, как это все заработает, и вот прям вот финальных эмоций. Я бы им пожелал, ну, это стресс побороть его, на самом деле очень сложно, то есть напряжение очень большое, и я бы им пожелал удачи.